Знаменитый катер-герой на Нижневолжской набережной приводит в порядок ко Дню Победы. В этом году памятнику речникам и морякам исполняется 30 лет. Работы по обновлению катера начались 27 апреля. Окраску и мелкий ремонт выполняют профессионалы, сотрудники Городецкого судоремонтного завода. Осталось докрасить борта и некоторые мелкие детали. Так что в ближайшие майские праздники нижегородцы и гости нашего города смогут увидеть легендарный катер обновленным.